что видишь? Это комната его матери. Ее нет в живых, тут все как при ней было. Дальше. Некоторые читали чаще, чем другие. Она была учительницей. Он рос без отца. А с отцом что? Умер или ушел? Умер или ушел? Кресло. Кресло. Давала она ему редко и со скрипом. Он перестал с ней спать. Купил себе креслице и жил в нем. А потом вообще ушел из семьи. И она осталась одна. У нее ведь и с сыном так было. Все, что касается секса, под запретом. Все девушки были раздеты, но не изнасилованы, потому что мама была застегнута на все пуговицы. Он импотент? Нет. Нагота для него и есть секс, он что, при виде голой женщины сразу... Правильно. Я думаю, первая девушка хохотала от души. Остальных он просто спаивал, чтобы ничего не помнили. Так он действовал до тех пор, пока не узнал, что на свете существует наука, ботаника. Вот только так он представлял себе женщину. Он пошел учиться на психолога, чтобы разобраться в себе. Разобрался. Только не в себе, а в психологии жертвы. Девушки, которых он выбирал, потенциально были готовы к этому. А как он их заманил? Девочка из многодетной семьи привыкла жертвовать собой ради младшего брата или сестры. Быть жертвой тоже привычка. Он их не заманивал. Просто просил помочь. Помочь в чем? Ну, в том, что они умеют. Присмотреть за детьми. У него нет детей, я проверила. Вторую комнату не хочешь посмотреть? Если я не прав, он твой. Спят детки.